Болезнь Монтгомери, по-другому африканская чума свиней, смертельно опасное заболевание, зарегистрированное в 24 странах мира, в том числе и в России. Основной и единственный метод борьбы с этим вирусом – своевременная профилактика. Вакцины от этого заболевания нет, а лечение запрещено. Для человека оно опасности не представляет, однако всему хозяйству может нанести непоправимый ущерб, прежде всего экономический. По оценкам Россельхознадзора, при дальнейшем развитии ситуации, ущерб от распространения в России африканской чумы свиней в этом году может составить почти 8 миллиардов рублей, что способно пошатнуть весь АПК страны. Помимо этого, государства-импортеры при желании могут вводить ограничения на импорт зерна, птицы и говядины. В Брянской области стадо свиней составляет 188 тысяч животных. Большая часть поголовья находится на промышленных предприятиях области. Появление африканской чумы свиней у нас в области – это действительно будет катастрофа для отрасли агропромышленного комплекса и конкретно для свиноводства. Ликвидация ее – это огромные затраты, потери сельскохозяйственной привлекательности области. Способов подхватить опасный вирус хрюшками много. Прежде всего, от неправомерно завозимых из неблагополучных регионов убойных животных или продуктов убоя. Заболевание передается также с бытовыми отходами, выгружаемыми из поездов и междугородных автобусов, с компонентами для изготовления комбикорма. Переносят заразу клещи, грызуны и постоянно мигрирующие животные и птицы. Кабан, вороны, галки, голуби. А также человек на одежде в стройматериалах. Разработан проект программы по недопущению заноса вируса африканской чумы свиней. Региональная программа. Значит, в ней задействованы два ведомства. Это и управление ветеринарии, и комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. В ней предусмотрены такие мероприятия, как приобретение современных утилизационных машин, значит, которые способны уничтожать до 10 тонн биоотходов в сутки. Инсинераторы называются. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 километров от него. Только в прошлом году в эпизоотических очагах и первых угрожаемых зонах уничтожено около 70 тысяч голов свиней. Кстати, вирус африканской чумы довольно устойчив. В почве он живет 1 месяц, в крови животного 70 дней, 15 недель в охлажденном мясе, 10 месяцев в соленом сале и 15 лет в замороженной туше. Избегайте покупать свинину в местах несанкционированной торговли. Чума свиней в любой день, предупреждают специалисты управления ветеринарии, может перекочевать из зараженной Курской области в Брянский регион. Будьте бдительны. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События, Брянск.